Спасибо, что в наше замечательное солнечное по-питерски утро собрались, вышли на природу. Надеюсь, настрой боевой и спортивный. Будем знакомиться с для кого-то новым видом спорта. Называется он диск-гольф. В Сестрорецке осваивают новый международный вид спорта. Мастер-класс по диск-гольфу прошел на пляже Северный в Сестрорецке. В основном это курортный район, люди. Мы как бы осветили, что сегодня будет мастер-класс для всех. И это будет проводиться пока, наверное, еженедельно или раз в две недели, чтобы привлечь и показать преимущества этого спорта, который, будем говорить, народ привлекает и в парке, и к здоровому образу жизни. На территории комплекса плоскостных спортивных сооружений «Северный» жители курортного района познакомились с диск-гольфом. Принцип игры в диск-гольф очень напоминает игру в традиционный. Но вместо удара клюшкой по мячу и попадания в лунку, игрок бросает специальный диск для попадания в мишень – металлическую корзину с цепями. Цель такая же – завершить все отрезки за наименьшее количество бросков. Благодаря инструктору и команде опытных игроков в диск-гольф более 20 участников мастер-класса познакомились с правилами игры, узнали, как правильно и точно бросать диски в корзину и почему этот вид активного отдыха так популярен в мире. Сейчас активно строятся парки вообще во многих городах России. У нас есть в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Москве несколько парков. Набирает ход вот именно развитие и привлечение людей в этот вид спорта. Соответственно, очень хочется, чтобы в родном нам курортном районе он тоже активно развивался. Для любого возраста, для любого уровня подготовки. Начинают игроки там от 10 до 5 лет, 5 чуть-чуть маловато, но топ-профессионалы игроки там могут кидать снаряды до 150-170 метров. Соответственно, сегодня на мастер-классе мы поставили вокруг нас небольшую трассу и пройдем несколько кружочков, научим новичков, но вновь пришедших кидаться. Это всесезонный вид спорта для людей всех возрастов с любым уровнем физической подготовки. Кроме того, это демократичный вид спорта. В нем нет строгих требований к форме, а из снаряжения игроку требуются только диски. Именно поэтому эта игра стремительно завоевывает популярность не только в России, но и далеко за ее пределами.